Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака, вторая часть. Ну что, у нас 176-я миссия. Поехали. Будем за дядьку Волзача. Где мой гриль, чувак? Так, меня интересует вот так вот. Так, надо этих медвежутей разносить, конечно же. Особенно вот этих и вот этих бегунов. А что такой звук? Как будто бегут на меня курицы какие-то. Ага. Так, подожди, что-то я тут немножко... Да вот же, гаденыш. Всю малину мне портит. Так, тихо. Мне, по-моему, пора вжаривать. Так, нормуль? Нормуль вроде бы. Слушай, вы заколебали, а? Одну подбили сову. Вторую тоже, но у нас беда с патронами. Короче, давай сюда бомбить. Этот медведь пока потихонечку идет. И все? И закончились у меня патроны? Слушай, ну это же не суперсложный уровень, по-моему, нет, такого не было написано у нас. Не было. Слушай, если мы возьмем с тобой нашего сварного. Я особо не уверен, что здесь что-то получится. Сварной, не сварной. Так, утка, иди сюда. Так, давай-ка мы, наверное, так вот влуплять по полной программе. Так, эти совы меня заколебали, которые тут летают. Где они? Давай так вот спутник с собой сделаем. Вот они. Так, блин, закончилось, да, оказывается, у нас. Давай, сварной, жмем. Нормуль. Так, а если... Твою налево. Взрыв-то будет сегодня или нет? Взрыв произошел. Причем только конкретный взрывак был. Смотри. Какая армада на меня тут бежит. Я отбиваюсь как могу. Есть. По-моему, все, ребят. Или еще будет волна. Нет, прошли. Ну что, сварной, я тебе скажу. Вначале он мне показался ничтожеством. А сейчас вроде бы неплохой мужик. И справляется. Ну, может быть, благодаря тому, что у него есть спутник. Так, серия побед, 21 монета, и дядька Волсач вместе со сварным нам выпадает. Окей. Ну что, двигаемся дальше. Я, наверное, пока буду играть за сварного. Подожди, нам нужен Фрости. Так, Фрости. Вот он. Потому что здесь нам нужно продержаться 60 секунд. Это уровень на время. А Фрости как раз подходит, потому что у него заморозка. Ну, заморозка, ты сам знаешь. Она замедляет вражин. Так, курицы. Ладно, на курицы не будем пока внимание обращать. Или будем? Даже тебе ничего пока не скажу по этому поводу, потому что сам не знаю, что делать. Так, хильнулись. Ух, какие же вы гаденыши, а. Ребят, по-моему, сейчас распечатают меня. Офигеть. Какого хренуса? Я, ребята, буквально не продержался 4 секунды, к сожалению. Нет, Фрости здесь не подходит. Почему не подходит? Потому что у него атака не рассыпная, а нам нужна именно рассыпуха. Потому что курицы бегут, их нужно тут контрить. По-другому никак. Вот нафига ты сейчас стрелял, а? Тебя просили? Болван ты недоразвитый. Давай этих медвежутей-то бомбить. Ты специально, да, сейчас?
Издеваетесь надо мной, а? Не-а. Нифига. Даже если я переключился на снайперку, я не успел, ребят. Джо. Тоже не вариант. Попробуем за Вэя. Продержаться, блин. Ну что, Вэй, ты готов? Блин, ты еще эти совы противные, а? Ладно, фиг с ним. По возможности просто не всех, ребята, пропускать и все. Ну и возможно будет нормально все. Эй! Да, у Вэя тоже закончились патроны. Слушайте, я не знаю тогда, что сделать. Давай Мау попробуем бабку. Хотя, мне кажется, толку здесь будет мало. 25 патронов. Бабуль, ты чё? Ну это же не серьезно. Так, сова, ты сгоришь или нет сегодня в аду? Бабка. Что-то, ребят, как-то хандрит. Так, давай попробуем так сделать. Ребят, вы что хотите делайте, но здесь охренеть много куриц на меня бежит. Просто армада. Ты понимаешь, ни одна, ни две, ни десяток, а именно целая куча, орда. Их просто от всех отстреливаться я, наверное, не успею. У меня не хватит патронов, а нам нужно с тобой продержаться минуту. Понимаешь? Кажется, немного, но и немало в то же время. Иди сюда. Эти совы еще паршивые, ну ты посмотри. Ну вот как ты их тут не будешь трогать, а? Вот как? Их надо трогать, понимаешь, иначе... Иначе вот такая вот штука получится. С 4 секунды, ребята. Есть. Фу. Да, сосед Вилли нам очень здесь помог. Отбились. Долго-долго я, конечно, тут страдал. Давай сюда сундук открывай. Посмотрим, что нам выпадет. 22 монеты, тормоз Джо и Ларри. Двигаемся далее. 178-я миссия. Так, будем играть пока за соседа. Бойся. Бойся как можно сильнее. Сфигали. То, что здесь идут лисы. Да, эти противные гадины. Я не могу понять. Курицы сами по себе бегут? Да, курицы здесь бегут сами по себе. Огонь. Черепаха, отдуплись. Ну. Забрасываем их. Всем, что у нас есть. Минус. Минус. Мне бы, блин, патрончиков, ребят, хоть сколько-то. По-моему, сейчас я от курочек-то и погибну, да? Давай, черепахи. Так, минус. Фу, последний патрон у меня остался, смотри. Ой. Нет, патронов у меня не осталось. Но мы прошли. Жесткие какие-то уровни. Просто жесткие, ребят. И карточек не дают, и прокачаться не могу, и кристаллов нету, понимаешь?
И кристаллов нету. Во, хороший сундук. Здесь 100% должны кристаллы выпасть. Смотрим. Так, монеты. 71, Сварной, Ларри, Сони и сколько? Всего 3. Представляешь, 3 кристалла, это ничтожно мало на самом деле. 187 монет. Так, с вашего позволения я должен глянуть. Мы кого-то можем прокачать. У нас либо Соня, либо сосед. А сосед сколько? Нет, соседа не могу. Значит, только лишь вот этого братюню. Так, он получает 6-й уровень. И открывается у него пуха. Так, огненный гранатомет. Ну, это как у многих, да? У нас есть этот огненный гранатомет. Ну, мы с тобой идем на 179-ю миссию. Давай посмотрим, кто здесь. Нелетная погодка, говорит. Ну, конечно, когда вот эти вот макаки будут к тебе идти, любая погодка сразу становится нелетной. Отдай. Так, эти тут со своими курицами. Да господи, росомахи, вы достали, а? Ну-ка, давай-ка мы так и сделаем. А теперь по выстрелу. Пибич. Так, погнали. Бросаем капканы для начала, да? Ну, а теперь лисы. Все, мы пройдем, ребята. У меня 7 снарядов. Ну, жалко, что у соседушки заканчиваются попытки. Да-да, попыток у него больше нету. Так что придется нам выбирать теперь кого-то другого. Сундучок. Так, 15% серии побед, 24 монеты, Соньки и Вэй. Мы двигаемся дальше. А дальше у нас 180 уровень. Кого бы нам взять, а? Давай попробуем Ларри. Ну-ка, продержаться еще день. Хорошее желание продержаться еще день. Так, этих что ли не трогать? Нет, придется трогать. Да фиксер, пускай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дай-ка я заброшу вот так вот. Ты хорош. Не, я себе больше такой... А, все, уровень прошли. А я хотел сказать, что я себе больше таких ошибок позволить не могу. Быстренько мы прошли этот уровень. 180-й. Так, давайте мне, пожалуйста, награды. 25%, 20 монет, бабуля Мау и Сварной. 6 карточек. Прекрасно просто. Ну что, 181-я миссия. Где она у нас? Вот, Ларри, давай, вперед. Там потом защита... Куриц будет. Прочь с дороги. Кто там у нас? Крокодильчики, давно у вас не было. Говорю, что вы несчастные. Так. Поехали. Ну хватит уже крутить свою парашу эту. Так, горят? Горят. Ну давай ты, господи, Ларри. Там крысы... А, нет, это не крысы. А что так много крокодилов-то? Крокодилов очень много, ребята. Дай-ка я так вот сделаю. Раз. Два. Ну, последний, надеюсь. Нифига не последний. Отлично. Просто шикарно сработано. Посмотри. На, лови. Раскрамсули до свидули называется это. Привет вам с большого бутуна. Все, ребята, мы прошли. Ларри, как всегда, на высоте. За что ему отдельное спасибо. Ну, а мы двигаемся дальше. Копилка полная. Сколько? 40% уже. 27 монет плюс Ларри. Вот это уже радует, ребята. Ларри можем прокачать.
Только вот единственное, хватит ли у нас денег. Давай посмотрим, 173 монеты. Хватает. Открывается пушка. Смотри, кстати, пуха-то у него какая. Заморозка. Воу. И у нас какой уровень? Курицы, блин. Ай-яй-яй, защита куриц, ребята. Они стали тут еще все кучненько, ценная стая. Нет, ну здесь явно... явно не то, что нужно. Давай посмотрим. Ну, стоит там, блин. Давай, 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 давай. Куда ты строчишь? Так, утку, утку, утку. Закидываем. Отлично. Слушай, ну пока все нормуль. Куда ты бежишь? Давай, 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 отстреливаемся. Курицы мои родные. Фух, повезло. Слушай, ну вот эта вот пушка замораживает, которая, я тебе скажу, что это классно. Причем заморозка длится очень долго. Замечательно. Ну что, забираем с тобой награды. 28 монет, соседушка и Ларри, плюс кристаллы. Одна штука всего лишь. Ну, пускай даже одна штука. Все равно приятно. Так, здесь еще у нас, как видишь, домик черепахи. Слушай, у нас попытки кончились на нашем Ларри. Что будем делать? Давай Сварнова возьмем. С его спутником. Я думаю, что он здесь справится. Я в это верю. Вперед, вперед, вперед. Вот начинать надо сразу с куриц, да? Теперь совы в шлемах. Ёк-макарёк. Что там у нас? Монетка. Давай, 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 строчи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бомби. Росомаха, ты заколебала меня уже. И сова это тоже заколебала. Ну что, переключаемся, наверное, вот на эту штуку. Нет, сюда. Норм. Куриные крылышки тут бегут. По-моему, победа за нами, ребята. Иначе я проиграю, если кто-то еще пойдет на меня. Нет, все патроны потратил. И, как говорится, тютелька в тютельку у нас вышла. Это замечательно, это великолепно. 183 уровень. Мы с тобой продвигаемся дальше. Слушай, 40% это максимальное количество, что мы можем получить. Ларри и Пейпер, 6 карточек на нее. То есть легендарная карта у нас только здесь одна. Это Пейпер, больше здесь нет легенд. 67 монет, не кисло. Так, один скрачек на Пейпер. И один скрачек на Вэя. На Sony 9 и кристаллы 6 штук. Спасибо большое. 184-я миссия и глава 3 у нас. Точнее, глава 2 закончится и начнется глава 3. Семья есть? Кто желающий прокачаться? Нет? Блин, а кто вот это вот у нас, а? Хочу получить этих персонажей себе. Они вообще здесь, интересно, есть? Так, Сварной, придется мне за тебя еще разочек поиграть. Ты мне понравился. Сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Как тут можно... как тут можно сохранять спокойствие? Скажите мне вот на милость. Это несовместимо. Сохранять спокойствие и продолжать стрелять. Так, дай-ка я коктейль молотого брошу. Да вы заколебали, курицы. Давай, давай, давай. Все, закончились, да, у нас? Так, дай заберу. Погнали. Коктейль Молотова.
Стреляем, стреляем, стреляем. Ну, сварной, ну, ты меня порадовал. Сегодня ты меня порадовал за эту игру. Отбивается, как ни странно, от всех, как только может. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, сейчас заберем здесь. Ну, серия побед 40, это максималка, как я уже говорил. Вэй скоро прокачается. Бабулька, ты как? Далеко еще ей до прокачки. Так, попытка есть еще одна. Ну что, у нас глава начинается третья. А где у нас будут новые монстры? Вот это вот. Что ли, я так понимаю? Ух, поехали. 185-я миссия. Да воцарится хаос. Не нравится мне это название. Ой-ой-ой, мне не нравится и название, мне не нравятся эти лисы. И не нравятся мне эти курицы. Уйди, говорю, отсюда от меня. Так. Вы, крысы вонючие, с аркебузами. Не пора ли вам усохнуть, а? Давай спутник бросим сюда. Слушай, нормуль. Спутничек так подбил их. Так, комарики на воздушном шарике. Давай, поехали еще. Ну, взрыв будет или нет? Заколебали, ну серьезно, а? На. На, получи. Круто. Ну согласись. Вообще ништяк. Жалко, что у Сварного закончились попытки. Ну-ка. 40%. Дальше у нас тут монетки, пейпер и Фрости. Хочу уже кого-нибудь прокачать еще, если честно. Жаль, что у Сварного закончились попыточки. Так, а кого мы с тобой апали? По-моему, Вэя, да? Сейчас, подожди-ка, гляну. У кого там пушку-то мы новую? Нет, подожди, а кто же у нас прокачался-то? Я еще говорю, пушка новая появилась. Не Ларри. А, Сони. Все, понял я. Сони, у нас же появился этот гранатомет огненный. Давай проверим. Сохранить спокойно. Суперсложный уровень. Ну, ё-моё, ну суперсложный уровень, ну все понятно. Сейчас начнется. Сейчас начнется веселух, ребят. Когда суперсложный уровень, это означает одно, что патронов у тебя катастрофически будет мало. Понимаешь, катастрофически. Ну, что там, закончилось, что ли, все у нас? Да вы заколебали, ну, курица, ёб красоты. Так, что у нас там по патронам? Фигня получается, да, по патронам? Ёк, макарёк, берем. Строчи, блин. Это последний, ребят. Последние хорьки. Давай, давай, есть. Да, не без помощи кристаллов, конечно, но выиграли. А по-другому, мне кажется, не получилось бы. Или бы нам пришлось кого-то другого брать, а может быть даже не одну попытку здесь тратить. А так мы с тобой прошли. О, хороший сундук. Что нам здесь выпить? Сколько денег? 83 монеты, бабка. Скоро прокачается Пейпер и Ларри. Слушай, Мау скоро прокачается. У нее там немножко остается карточек всего лишь получить, и все. А сколько у нас тут вообще уровней? 210, это пока, я не знаю, может быть, мы дойдем до сюда, у нас дальше продолжится, а может быть и нет. Давай-ка я за Ларри, наверное, поиграю. Пока фаворит Ларри и Сварной. Ага. Давай, 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 давай. Да хорош вам.
Расслабься и продолжай стрелять. Мне вот это вот нравится. Ихнее пожелание. Ты, говорит, расслабься и продолжай стрелять. Ну а что, почему бы и нет? На. Смотри, как долго держится заморозка. Посмотри. Это, конечно, классно. Тогда сюда. Бросаем. Я прям на расслабончике, ребят, если честно. Прям вот на расслабоне. Так, надо подбить одного хотя бы. Слушай, надо переключать пушку. А теперь расстреливаем. Ну согласись, имба. Заморозка, они стоят, ничего сделать не могут. А ты просто их потом расстреливаешь, и все. И все, как говорится, вот у тебя получается. 187-я миссия пройдена. Двигаем дальше. Как говорится, гоним коней. Сколько тут? 31 монета. Дядька Волосач, пейпер. Дядька Волосач скоро, кстати, тоже готов будет прокачаться. Так, ну у Ларри закончились попытки. Волосач, давай за него поиграем. Ну, сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Я уже это сколько раз слышу-то. Продолжай стрелять со спокойной. Спокойным. Так, спокойствие нам только снится, да? Вот куда ты бежишь? Так, давай-ка, наверное, запалю их. Блин. Вот я удружил-то себе, а. Называется. Тихо-тихо, отвали. Так, черепаха, сдохни. Патроны, ребят, патроны кончаются. Вот что хреново. Понимаешь? Так, а эту, если я не запалю, то фейл. Все. Тютелька в тютельку. Да, Волосач, что-то как-то ты хандришь у нас, я тебе скажу. 188-я миссия пройдена. С горем пополам. Последним патроном, последней гранатой отбита. Замечательно. О, кристаллики дали. Эти кристаллы здесь просто на вес золота, ребята. Время. Где у нас этот? Блин, а у Ларри попыток нету. Слушай, как же быть? Попробуем так. Продержаться 60 секунд. Я в курсе. Они нападают один за другим. Отдай уточку. Капкан бросаем. Давай, блин. Шивы росомахи. Капканы, капканы, быстрее. А теперь с базуки. Ну. Чего там вас так много-то? Есть. Продержались. Фьюх. Ништяк. Так, ну что, дойдем, наверное. Сейчас, подожди секунду, 40%. 29 монет. Ларри, 8 карточек. И тормоз Джо 7. То есть, чем больше у нас процентовка после побед идет, тем больше мы с тобой карточек получаем. Вот в чем прикол. Так, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте остановимся. Тут еще, наверное, серия, ну, максимум 2. И мы пройдем. Не знаю, игру пройдем или то, что в данный момент нам с тобой доступно. Но я считаю, повоевали сегодня неплохо. Но скоро вот должно открыться. Она еще то ли в разработке, эта игра, то ли еще что-то. Ну, вы знаете, да, что делать? Как только обновление появляется, сразу мне пишите в комментариях. Но это после того, как мы с тобой пройдем. И мы возвращаемся в эту игру. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.